Байкеры и супрацовники ДАИ обмерковали наденное пытание. Подобные сустречи проводятся штогод с профилактичной метой. Все лето с уделом мотоциклиста у регионе уже отбылось 8 дорожно-транспортных здарений. С подробязностями Евген Побаловец. Безпека на дорозе – питание, якое хвалює як супрацовников ДАИ, так и опытных мотоциклистов. Як правило, байкер – это профессионал за рулем, у якого и документа у парадку, и порушений в закону нема. Иншее питание – молодые аматоры двухколовых транспортных сродков. Дело в том, что японский мотоцикл, он сам по себе как бы провоцирует на агрессивную езду. Человек без опыта, особенно молодой, он как бы не может совладать с этой стихией и, соответственно, есть шанс и соблазн крутануть ручку газа. Ну, все мы видим печальные последствия таких действий. Наступство сапраўды сумное. За 3 месяца этого года с удела мотоциклисту отбылось 8 аварий, у яких 2 человека загинули, еще 8 отримали травмы. При этом 6 из 8 ДТЗ отбылось по вине самих мотоциклистов. Супрацовники ДАИ выявили и предухилили около 1000 порушений правил дорожного руху. 72 мотоциклисты были затриманы в стане алкогольного опьянения, не имели права на керование 200 водителей. У вынику на штрафстоянку ДАИ накеровано 85 одинок мототранспорту. Не секрет, что мы акцентируем особое внимание именно этой категории участников дорожного движения, потому как любое дорожно-транспортное происшествие с участием двухколесного транспортного средства является довольно жестким, в которых всегда люди получают ранения. Евген Побаловец, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».